скажу, що під'їхали і тут є Ігор Артюшенко, Володимир Соляр і Ігор Луценко, колеги, інші ще їдуть. Тепер передаю Лінору Ісламову, можливо сказати, і прошу дуже уважно, оскільки зараз підуть вже конкретні команди щодо спрямування на Каланчак і Чаплинку. Доброе утро всем, всем алейкум, с кем не поздоровался. Все вы знаете, зачем мы здесь и для чего мы здесь. Крымский Майдан начинается здесь. Как начался в Киеве на Майдане он, и Владу изменил именно молодой, умный, энергичный народ. Здесь мы, крымские татары, начинаем эту акцию Крымского Майдана. Вся Украина должна нас поддержать. Вся Украина, все патриоты Украины и вообще люди, которые чувствуют себя свободными людьми на планете, должны быть здесь. Освобождение Крыма сейчас должно начинаться отсюда. Пока не будут выполнены те требования, которые, о которых говорил депутат Чуваров, они описаны нами, они везде у нас опубликованы. Мы отсюда не уйдем. Первое требование — это 4032, а вот этот закон, который нарушает наши права. Права крымских татар и украинцев, которые находятся на оккупированной территории. У нас лозунг, который полтора года звучал в эфире всех телеканалов, это «Крым – це Украина». Мы его с сегодняшнего дня должны все поменять. Без Крыма немає Украины. С этим лозунгом сейчас все те, кто остаются здесь, они остаются здесь. Все знают, что кто здесь должен остаться, команды получены. Все, кто хочет с нами продвинуться на Каланчак и Чаплинку, дорога долгая. Автобусы здесь находятся, здесь рядом. Кто на своих автомобилях, я думаю, что кто на внедорожниках должен быть поехать с нами. Кто на легковых, лучше не ехать, дорога, так сказать, мягко говоря, никакая. Поэтому вот автобус стоит, помещайтесь в автобус, и по машинам двигаемся дальше на те границы, которые сейчас еще будем закрывать. Дякую. Чоксаров.